Сегодня на международной выставке «Экспо» проходит Национальный день Израиля. Наша съемочная группа работает на месте событий. Моя коллега Лариса Гречихина расскажет о выступлении официальных лиц и творческих коллективов. Лариса, здравствуйте. Как проходит праздник? Здравствуйте, Эльвира. Праздник проходит замечательно. Начался он с церемонии поднятия национальных флагов Израиля и Казахстана. В официальной части мероприятия выступили вице-министр финансов нашей страны Канат Баидилов и генеральный директор Министерства иностранных дел Юваль Ротем. Отмечу, что Израиль был одним из первых, кто поддержал идею Нурсултана Назарбаева о проведении Экспо в Астане. Известно, что в Израиле хорошо развиты возобновляемые источники энергии, и лучшие передовые технологии в этой области можно увидеть здесь. Помимо демонстрации технологических и научных достижений, в программе запланированы различные культурные и спортивные мероприятия. А какие именно, нам расскажет руководитель пресс-службы израильского павильона Алекс Городницкий. Алекс, расскажите, пожалуйста, что могут увидеть астанчане и гости города сегодня на Национальном дне Израиля? Добрый день. Ну, во-первых, мы очень рады присутствовать здесь, очень рады этому замечательному празднику. И сегодня, как вы уже успели заметить, выступила наша популярная израильская певица Авева, а также группа ударных инструментов, уже достаточно известна за пределами Израиля, King David Golden Drummers. И к тому же, я надеюсь, нам удастся удивить посетителей и гостей выставки и другими различными, очень интересными мероприятиями. Спасибо вам. Эльвира, вам слово. Благодарю, Лариса. Напомню, Лариса Гречихина рассказала о Национальном дне Израиля на выставке «Экспо».